Ну вот и все. Время 5 час. Всех своих красоток напоила. Всем подлила водички. Кого-то напоила. Ну, что я вам рассказываю, вы посмотрите это все в орхидейном видео. Конечно, я там не все, но самое важное и главное я вам в том видео рассказала. Так что, кто смотрит меня на YouTube, тот не знает, наверное, еще, что у меня есть еще один канал, который называется «Мой мирок орхидей». Это на Ютубе. На Дзене, на Рутубе, на Ярусе все видео выходят у меня на одном канале. Так что, кто девочки меня смотрит... Ой, как хорошо начала вам показывать, воду не слила. Ё-моё, во был бы катастрофа. Девочки, посмотрите, какая тут у меня красота. Вот у этой красотки. Блин, говорю, залью ее полностью, чтобы шея тоже намокла. Надеюсь, я ее отсюда не выроню. Так, погодите. Все, девчатки, все. Слила. Как хорошо, что я начала тут вам показывать чуть-чуть тоже. Смотрите, какие шикарные корни, да? А это все в моем хее, в моей коре. Ну, естественно, вкусная вода. А какая вкусная вода для них? Это дождевая, снежная, талая, как хотите. Так, где она у меня стояла? Не знаю, где стояла, поставлю сюда. Наверное, здесь. Забыла. Представляете, я их тут все попеременяла местами. Вот, потому что у меня там стоят еще орхидушки, которые на пересадку. Не все пересадила. Вот это я оставлю воду. Сама будет пить. Здесь вон какие. Девчат, меня на этом канале, на Ютубе, на моей жизни спрашивают: Люб, как у вас купить мох и кору? Девочки, ссылка на электронную почту у меня под видео. Также есть ссылочка на ВК. Удобно в ВК заказывать, добавляйтесь, друзья, в ВК. Удобно по электронной почте, пишите на электронную почту. Я вам все там расскажу и, ну, сколько что стоит. Отправка у меня только по России, только транспортной компании СДЭК. Мох от 10 литров. Меньше не отправляю. Вот, кора любой объем. Здесь у меня растут коробочки. Растут мои лапочки. А здесь моя бывшая тоже больняшечка. Скоро откроет мне 2 бутончика. Вот так вот потихонечку восстанавливаются. Ведь здесь у меня в орхо-квартире они все заново практически пересажены. Поэтому они долго восстанавливаются после пересадки. Какие-то быстро, какие-то долго. У всех по-разному. Вон сколько бутылок. Сегодня истратила 10 5-литровых бутылок для полива. Вентилятор обязательно включаю для них, когда здесь бываю. Он сам отключится у меня. Я поставила его на 2 часа, и он сам отключится. Покажу вам. Скоро бутончик откроется. Такая красивая эта орхидейка. Она маленькая-маленькая. Сейчас я вам пальчик поставлю. Вот такая миниатюрная. Жалко, что она открывает там один бутон. Может, еще один появится. Мне хочется ее опылить, получить от нее деток. А здесь у меня, девочки, мой дикий кот уже дует бутончики. А мы его с вами не так давно пересаживали. Так, вот эту тоже не так давно пересаживали. Ну, это на орхидейном канале, я имею в виду, не так давно. Вон у нас тут корнюхи какие везде и всюду. Ну вот коты как любят свои корни пускать, куда не просит их, а? Обошла с другой стороны. Ну что это такое? А? Будет весь опять в корнях. Ну, тургор хороший. Посадка у него мой мох полностью. И сверху кора. Очень нравятся им такие посадки. Здесь у меня еще чуть-чуть живой мох. Типа. Бросила цветонос от какой-то орхидеи. Просто взяла и бросила. Вон почка проснулась. Вот. Ничего не закрываю, просто так лежит, пусть лежит. Так, утопим.
Так, ну здесь тоже мои красоточки. Все с ними хорошо. Мое женское счастье цветет. Вот. В общем, позанималась с растюхами, всех напоила, накормила. Вот такая там у меня красотища уже. Видали? Вон еще три таких же горшочка. Это ванилька. Смотрите, как разрослась. Наверное, надо с ней тоже позаниматься. Девочки просят ванильку к весне, чтобы приобрести у меня. Надо ее размножить. Поставить на укоренение. Вот. Ну, в общем, все. Все мои... Не все, у меня есть свободные еще вот полочки вот здесь. Но это все для фласок. Все для фласок. Сейчас опущу чуть-чуть. Ой, с этой стороны почему-то не могу никогда. Одышки бы не задеть. Опускаю наполовину, просто чтобы с верхних этажей того дома не глазели, что тут у меня свет горит постоянно. Так, все. Вон сколько у меня денежных деревьев растет. Кому надо, тоже пишите по символической цене. Как говорится, весной могу отправить. Здесь тоже мои красавицы. Все обалденно себя чувствуют. Так, ну все, прикрою и вот эту, вот так чуть-чуть. Все, можем топать домой.